Сегодня стало известно, что у швейцарской прокуратуры появились некие новые доказательства в деле о легализации преступных доходов, в котором могут быть замешаны российские чиновники. И вроде как компромат на них, вернее на наших, такой, что в западной прессе его назвали убийственным. Дело завели еще в начале марта по обращению компании «Браун Рудник», действующей в интересах фонда «Hermitage» Билла Браудера. Фонд подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли их через швейцарский банк и купили на них недвижимость. Наблюдатели отмечают, что в Швейцарии может быть создан опасный для российских чиновников прецедент. Они могут лишиться своей собственности за границей. Однако, как считают юристы, для скомпрометированных чиновников все не так плохо. Законы России запрещают их выдавать. Доказать легализацию можно только при содействии следствия в России. Впрочем, швейцарский суд может принять в качестве доказательства несоответствие расходов доходам.